Максим Кузнєцов, активіст, учасник організації «Твоя країна Миколаїв» «Пінгвіни». Займається розвитком внутрішнього туризму, координатор візитів до міста Миколаєва, людей з різних куточків країни. Доброго ранку, дякую, що до нас завітали. Ось ваша організація називається «Твоя країна Пінгвіни». Я зізнаюся, що все просто так. Це перше, що співпало вам на думку, і тому пінгвіни. Тому не будемо довго зупинятися, одразу запитання. 14-16 вересня для Миколаєва ви готуєте, як ви самі кажете, ульотний вікенд. Що ви маєте на увазі, що ми побачимо, що ви нам розкажете, розповідайте. Ну, начать нужно, в первую очередь хочу сказать большое спасибо за приглашение, потому что проект «Твоя країна», он уже проводится 13-й раз у нас, это 13-й визит в городе Николаеве, и большое количество людей не слышали о нем в целом. Вообще, если вспомнить полгода назад, более полугода назад, появилось исследование на территории Украины и на территории Николаевской области, Николаева, по всей территории Украины было исследование про внутренний туризм. И цифры тогда были очень печальные, потому что около 70% людей не выезжали за территории даже области своей. Как раз-таки в 2013 году начал действовать всеукраинский рух «Твоя країна», который направлен на сближение молодежи всех уголков Украины. У нас запрещено использовать такие слова, как «восток», «запад», то есть делить их как именно собственные и разделять население Украины и, ну, и в целом народ. Что касается вообще наших выходных, то сегодня последний день подготовки, сегодня последний день организации. Я немножко уставший эмоционально, физически, потому что мы планируем полностью 3 дня, полностью придумываем программу. То есть... Дивіться, тобто ви хочете сказати, що от ця програма, яку ви зараз готуєте, вона вже 13-й раз відбувається в нашому місті. Абсолютно вірно. І вона не похожа і різна. Тобто ми її міняємо. До цього були організатори зовсім інші люди. І на следующий год может быть сидеть здесь другой человек абсолютно, и вся команда тоже может кардинально поменяться. Это очень нестатическое тело, которое меняется с каждым годом. Так, я зрозуміла. Ну от я дійсно зачитаю декілька слів від вашого анонсу, що ульотний вікенд, і що навіть найвищі чиновники побували вже в Миколаєві, а ти ще ні. Тобто це, я так розумію, звернення до людей з різних куточків України, правильно? З різних міст. Абсолютно вірно. Так, тобто і що? От розкажіть про программу, как это все будет відбуватися? Ну, я думаю, я уже могу рассказать про программу. Ну, да. Допустим, завтра мы запланировали поездку на Южноукраинскую атомную станцию. Так. Нас там радушно встретят. Экскурсия абсолютно бесплатная, что нас очень порадовало, потому что мы пытаемся сделать визит как можно более дешевый, чтобы это вышло очень дешево по деньгам. И, по сути, мы платим только за маршрутку. Угу. За дорогу туда, за дорогу обратно. Еду берем с собой, и там нам проводят 3,5 часа полностью экскурсию по всему комплексу Южноукраинской АЭС. Далее в субботу у нас посещение зоопарка Николаевского. И Николаевского огромное спасибо директору зоопарка и коллективу зоопарка, потому что они предоставили нам очень хорошую скидку для посещения. Также у нас есть такие, можно сказать, уже стандартные пункты программы. Это посещение Укрдрамтеатра. Экскурсию они тоже с удовольствием всегда проводят. И посещение музея судостроения и флота. Там тоже предоставляют большую скидку, и им за это тоже огромное спасибо. Ну и в субботу мы придумали еще параллельно проект, называется он «Ковток Вермении». Он связан с армянской общиной города Николаева, где люди будут презентовать свою культуру, свои блюда, свои национальные какие-то особенности, которых мы, возможно, не знаем, потому что армянская община в городе Николаеве, она очень большая. Да, и вот правда. Сентябрь месяц, он такой уже, начинается такая пора осень. Золотый. Лето уже проходит, и как-то хочется такого тепла. И вот какое тепло может, как может, ну, армяне это самое теплое, по-моему, что только можно найти в нашем городе. Да, поэтому мы решили, доброзычливые, теплые люди, и мы к ним обратились, скажу честно, мы предоставили всего пункты, которые мы хотели бы видеть, и они сказали: хорошо, все есть, без проблем. Да, и они уже все фактически у нас готово. Не просто, все не так просто, потрапити потрібно заповнити анкету. Зараз, якщо буде змога, ми її покажемо. Що ще? От як ви це, дивіться, от як це все розпочинається? Ви даєте клич в різні кутки міста, люди з різних куточків міст заповнюють анкету, потім приїжджають. Я правильно розумію? В першу чергу я заповнюю також свою анкету, ви як координатор. Так. Потім я збираю групу організаторів. Ця група
начинают думать, что и как мы будем делать, и начинается пиар-компания, медиа-компания по пиару и продвижению визита в средствах массовой информации. Мы к вам не обращались, потому что освещение сугубо Николаев и Николаевская область. А нам нужны люди с разных уголков страны. К примеру, мы будем приглашать людей из Винницы, из Львова, Харькова и Киева. Вот мы ждем из Закарпатской области. Приехала бы девочка, но она заболела, к сожалению. Далее мы продумываем программу и постепенно думаем, как написать посты так красиво, чтобы люди на это, чтобы это привлекло внимание. Ну, у вас це виходить. Я вас переб'ю. Можна я по-гарячому зачитаю, що після нашого візиту в Миколаїв ви будете в прямому сенсі сяяти від щастя. Это отсылка к Южно-Украинской АЭС и небольшая доля радиоактивности. Что касается вообще заполнения анкеты, анкета она обязательна для всех участников. И анкету могут заполнять люди, которые считаются нашей страной молодежью. Это от 18 до 35 лет. Также есть поправки, но они чаще всего для более младших участников, которые 16-17 лет. Человек заполняет анкету, мы потом сортируем анкету, смотрим по некоторым критериям, например, это мотивационное письмо, как человек готов к нам поехать и что он вообще вкладывает в понятие. Ну, а слушайте, а что, как треба быть готовым, ну, как я маю быть готовым, если я хочу? Вот вы понимаете, когда вы читаете текст, я не могу сейчас сказать, вот вы читаете текст, и вы смотрите, вы представляете этого человека, и вы думаете, вот должен. Также мы смотрим на место жительства человека, потому что Николай Николаевская область, это сразу нет. У нас визит для людей с разных частей страны. И даже Одесса и Харьков, и Херсон мы, скрипя зубами, смотрим уже там. Тому как, що сусіди, ви маєте на увазі, що ми самі від себе можуть зібратися і просто якщо поруч. Тому що город Николаїв близько от Одеси, від Херсона, а допустим, от того ж Харкова или Чернігова, или тим більше Львова, він очень далек. І люди в основі своєї не знакомы з менталітетом іменно, можна сказати, регіону, а по областям ми особо сильно не отличаємося. Также очень важный критерий это какой раз человек принимает участие в визите. Ми стараємося брати людей, которые едут первый или второй раз. Но если есть дефицит, допустим, то мы берем уже самых активных, которые там четвертый это, или пятый уже визит, они принимают участие. Поэтому я зрозуміла. Не думаю, що дефіциту не буде. Дякую вам, гарного проведення. Можливо, я колись з Тетяною заповню анкету і потраплю до якогось іншого міста, начебто молодіше. Я дякую вам, Максим Кузнєцов завітав до нас, координатор проєкту «Твоя країна, пінгвіни». От ось обіцяли пінгвін, він у нас не дарма. Я вам щиро дякую, добра справа, гарного вам дня.